Здравствуйте, друзья! Сегодня пишем горный пейзаж у Левитана. Берем его. На мой взгляд, он расширяет ваш кругозор в вопросах горного пейзажа. И в то же время довольно малоизвестная картина у Левитана, поэтому никто не будет вас упрекать за копирование. Ну, естественно, вы можете подобную работу и продать неплохо. Вот. Но самое главное, что поучиться. Вот. Показалось мне, что вот из горных пейзажей в плане усложнения задач очень подходящая задача. Итак, у меня затонирован холст. Затонировать можно либо масляными красками, задействовав, допустим, черную охру и краплак, и просто припачкать каким-то таким тоном, ну, плюс белила, допустим. Либо даже вообще очень жидко залить, и он на следующий день уже будет сухой. Просто жиденько на разбавителе залить или на тройнике. Но в данном случае я воспользовался вот этими красочками, которые продаются в каждом строительном магазине. Это пигмент. И он у меня моментально высох. В качестве связующего были белила для радиаторов. Эти белила соответствуют грунту холста, вот этому белому. Поэтому, используя его, мы как бы получаем практически тот же состав. Единственное, что очень густо, не обязательно. Вот такой небольшой слой. И можно писать. Сохнет акрил моментально, поэтому... Кто-то пришел? Угу. Вот. Так что 10 минут и высохло. Я просто это заранее сделал. У меня оказался холстик, поэтому я в этот раз не покажу, как я это делаю. Но уже так много видео есть с подобным решением. А для чего нам нужен тонированный? Ну, например, вот мы едва сейчас синим закрасим, и у нас такая будет... Так нужно сначала избавиться от белизны холста. Целая история. А так мы моментально можем приступить к работе. Может быть, даже сейчас начну не с неба. Нет, все-таки с неба. Итак, белила и ультрамарин. Смотрим примерную консистенцию. Кстати, и консистенция будет видна. Наличие коричневого в подкладке, вы видите, ну, коричневатого, вы видите, где-то он вымигивает. И таким образом это уже не вырви глаз синий, а с некой сгармонизированностью с остальными цветиками в картине. То есть помигивание в подкладке этого коричневого. И в других же местах тоже много коричневого. Поэтому консистенция краски, ну, как бы густая сметана. Найдем тональность. Не совсем светлая, не совсем темная. Укладываем как бы плотно. Но тем не менее, настолько плотно, что немного коричневый помигивает. И даже появляется не только сгармонизированность с остальными, но и появляется, ну, как бы появляется контраст, каркасный цвет, которым в картине является коричневый, и вообще в классике чаще всего коричневые, красные являются каркасным цветом картин. Но в данном случае... Что-то хотел сказать. Не помню. Ладно. Так, ну и некая конфигурация. От середины здесь проем.
пока очень приблизительно. Мы видим, что это занимает где-то 1/5 неба. Ну, примерно так и уложил. Споласкиваю кисть. Споласкиваю я обычно стол. Макаю в разбавитель, споласкиваю о стол. И вытираю в тряпку и кисть, и стол. Белила. И кадмий красный. Снег в основном у нас в картине на свету. То есть совсем мало снега в тени. Свет оранжевит. Поэтому разбел красного даст этот эффект некоторой оранжевости. Стараемся сильно не пачкать белила, а синий, то есть наверх, на место касания можно чуть позже зайти. Видите, я стараюсь не коснуться синего. И так в кисти немножко остался синий, но он, в принципе, вот вместе с проявлениями розового, то есть как бы оранжевизны, вполне уместен. И голубизна, и вот эта оранжевизна. Плотненько укладываю белила. Только чуть-чуть разжижаю. И приблизительно укладываю снег. Немножко пластилиновый характер укладки. Смотрим, что попадает на середину. На пересечение диагоналей прямо внятно попадает вот эта снеговая линия. А здесь уже начались скалы. Ну, открытая местность на скалах. Вот эту диагональ можно от нее оттолкнуться. Почти в диагональ уходит вот эта линейка. Ну, вот от центра можно отталкиваться в конфигурациях. Поскольку середину найти очень просто, от нее и оттолкнемся. Очень выразительный элемент у нас трава. Она прямо отделяет дальний план от себя своей зеленцой. Беру разбел охры желтой и изумрудную. У нас с вами появляется в арсенале изумрудная. Поскольку этот зеленый здесь лежит неминуемо, прижатый к низу формата, то мы сразу таким образом поиск композиционных пятен сразу практически решаем. Из середины вот этой линии зеленого ультрамарин с розовым
выходит теневая скалы. Синий, розовый. Чуть выше середины бугор загибается. Чуть выше середины по высоте. Касается середины по высоте вот эта темная тень и устремляется к этому мысику. То есть так относительно середин, центра мы более-менее находим вехи рисунка. Так, ультрамарин. Солнечный день теневые синят и сиреневят. И здесь это выражено в полную меру. Создается некое импрессионистическое звучание цвета. В район вот этой развилки стремится линия теневая примерно из этого места. Кладу уже не по его рисунку, а по моему. Потому что есть целый ряд непопаданий, безопасных для картины. Ну, чтобы вы понимали, почему я поступаю так, а не иначе, я объясняюсь. Так, ну что, все что ли?
вот, может быть, еще вот здесь сделаю кусочек света на снегу, чтобы эта скала резко вышла оттуда. Там у него только намек, а я преувеличил намек. А, и здесь, конечно. Так, ну, в целом так. Вот. Я надеюсь, что вот эта вот лепка формы, граненность, особенно, мне кажется, особенно было интересно вот в этой части картины. Вот как они, эти фактуры, появлялись от наложения сверху. Как мастихин уложил, а потом борозды. Вот это все желательно, чтобы вы прочитали в этой картине и приспособились к этой лепке всего, потому что лепить практически все надо. Даже массы деревьев, которых здесь нет, вот, они тоже требуют лепкости. И вот мы с вами пожили в атмосфере лепкости. Все.